журнал. Татьяна Салмановна, Макдум, Сайфуддин, это я. 16:30, 7 марта 2020 года. Алло, Василий, добрый день. Ну, в принципе, нормально. Ну так. Запись? Работает. Ну хорошо, сейчас, секундочку. Алло. Да. Ну да, практически.
погасло, наверное, погасло. Так что вот, Татьяна Салмановна Мактум Сейфудент. Я такая красотка, богиня и звезда, просто фея. Просто феерическая фея. Жду мой грант, 10 миллионов долларов наличными деньгами. 80% собираюсь потратить на мою счастливую жизнь. Так что вот. Вот такие вот дела. В общем, отдыхаю, наслаждаюсь жизнью на моей эксклюзивной кровати. Загружаю мое видео на канал, на мой канал Ютуба. Сейчас посмотрим. Ох, я такая красотка, просто звезда, просто фея. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия. Татьяна Салмановна Мактум Сейфудин, это я. В общем, это вид с моего окна. Вот люди с цветами идут, с тюльпанчиками, с сумками, с тюльпанчиками. Вот магазин Малбери. Ой, кошечки бегут. Лапка, как у моей девочки. Бегут, кошечки бегут. Ой, бегут кошечки. Как увидели меня, так сразу бегут. А у этой кошечки лапка. Смотрит, чтобы я их покормила, мои хорошие девочки. Сейчас я яйца сварю. Смотрит, что их покормит, мои хорошие. Мои хорошие. Сейчас яйца пожарю. Прям все втроем. А одна даже беременная, которая с лапкой, она беременная. Беременная с лапкой. Сейчас я яйца пожарю. Сейчас, мои хорошие. Нет, это вот та с лапкой. Не лапка, а другая беременная кошечка. Мои хорошие девочки. Сейчас я вам яйца здесь пожарю. Что, у меня такие яйца здесь где-то были? Яйца. Сейчас я вам быстро пожарю эти яйца на сковородке. Кошечки хотят покушать. Кошечки покушать хотят. Прям увидели, что я смотрю в окно. Такие умные кошки. Это у меня сковородка была. Сейчас я пожарю яйца. Сырыш, не будешь кидать? Сейчас я пожарю. Быстро пожарю. Два яйца быстренько пожарю. Быстренько эти яйца пожарятся, но ведь кошки подождут.
мешаю, сейчас пожарю, здесь я подключу. Где должно быть видео, у меня загрузится уши. Видите, яйца жарятся. Что-то еще можно положить. Макароны, хлеб положить, эти яйца. Еще хлеб покрошу, который вчера купила. Еще покрошу хлеб. В этот омлет покрошу хлеба, который вчера купила. Но окошки так лапкой не прошла. В общем, с хлебом. Пожарю омлет с хлебом. Сейчас с хлебом пожарю омлет. Сейчас видео где должно уже загружается у меня. Видео загружается. Одна кошечка беременная, другой лапка. Другой лапка болит. В общем, хлеба с хлебом. Когда кошки едят хлеб. Здесь я загружала мое видео, которое я сняла сегодня. Так что вот на улицу ходила гулять. Здесь тоже сняла видео. 17 часов 20 минут, 7 марта 2020 года. Кошечки ждут, покушать, прям втроем подошли. Не знаю, стоит, наверное, солить не надо. А ты у меня еще не остыл, еще горячий, еще он был горячий.
Сейчас кошечек покормлю. И сама тоже себе, у меня еще тут эти яйца. В общем, пожарю тоже себе с хлебом омлет, тоже поем омлет. Так что вот, кошек покормлю. Еще горячее, а то уже остывает. А горячее уже остывает, на улице он быстрее остынет. В общем, где здесь покормить? Ну, здесь я покормлю, или там? Покормлю, в общем, сейчас покормлю. Пошли на травку гулять. Грузины здесь не делали. Да, видео уже загрузилось. Черновик. Сейчас я вот уже загружу это видео. Сначала кошечек покормлю. Кошечки. Сейчас я их покормлю кошечек. Покормлю кошечек этим яичницей. Они там на травку уже пошли. В общем, яичницу. Пожарила для кошечек яичницу, смотрите, с яйцами. Яйца пожарила для кошечек. Они уже убежали. Блин, а кошечки уже убежали, я даже не поняла. В общем, голуби налетели, а кошечки куда-то туда пошли, значит, они совсем голодные. В общем, голуби налетели кушать, так что вот, голуби налетели, а кошечки туда пошли. Вон она как-то боится. А что ты боишься, моя хорошая? Вон я тебя, вон голуби, смотрите, голуби. Она вот под машиной сидит и боится, такая сушка, она так киса, хорошая, это с хвостиком. Такая хорошая девочка. Что ты боишься? Вон эти голуби стали кушать. Смотрите, голуби кушают. Голуби кушают омлет. Голуби налетели на хлеб, на омлет. Моя хорошая девочка. Вон она под машиной сидит и боится. Вон, смотрите, Ламода приехала. Машина Ламода. Да, машина Ламода приехала. Здесь машина 857. Ух ты, машина, моя хорошая. А те туда побежали кошечки, такие тоже хорошие. Так что вот. В общем, Татьяна Салмановна Мактум Сейфудин, это я.
Сейчас я загружаю мое видео. Загружаю мое видео. Загрузила мое видео. Сейчас буду брендировать. В общем, брендирую. Сейчас сюда пришли эти кошечки покушать. Сейчас посмотрим, пришли они покушать или нет. Вы так и не пришли, так она и сидит там, эта кошечка.
загружаю, загружаю мое видео на мой канал YouTube. Так что вот. Что красотень. Нужно сходить мне в аптеку. Сейчас схожу в аптеку. А в аптеку была мелочь. Угольные таблетки купить. Сейчас пойду схожу в аптеку за угольными таблетками. Пойду схожу в аптеку. Так что вот.
Закрываю мою дверь моим ключом. Так что вот. Такая просто красотка, просто богиня, просто звезда. Эксклюзивно для моего Life Journal. Так что вот. Лифт уже приехал. Спускаюсь на первый этаж. В общем, в аптеку. Иду в аптеку за угольными таблетками. Женщина говорила, тут открывается новый супермаркет открывается. Так что вот, бутылка водки пустая, не водки, какой-то другой, нет, какой-то там такой коньяк. А, бутылка коньяка здесь стоит. Бутылка коньяка. Так что вот. Такие вот дела. Это у меня такая, такое, как говорится, такое платье, туника. Да, туника такая. Такая со шлейфом туника сзади. Здесь алкоголь привезли. Обратите внимание, привезли алкоголь. Ну да, со шлейфом. Вы можете посмотреть со шлейфом. Здесь разгружают алкоголь. Магазинчик 24 часа. Очень уж что-то даже разбилось. Так что вот. Вот собор Росгострах. Обратите внимание, Росгострах. Вот мужчина развозит еду, машина, три шестерки машина поехала, так что вот. Где здесь аптека, или следующая аптека? Не знаю, открыта, закрыта аптека. Может быть, даже аптека закрыта. Даже не знаю, закрыта она. Аптека временно не работает. О, аптека временно не работает. А банк работает? Аптека временно не работает. Ну ладно. Ну тогда в другом месте куплю, так скажем, угольные таблетки.
аккуратненько. Здравствуйте, мне, пожалуйста, тетрадочку за 15 рублей. Будьте любезны. А спасибо вам большое. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфуддин, это я. Купила тетрадку, вот, ларек, газета. Обратите внимание. Так что вот, тетрадочку. Это мои наличные деньги. Ну, вместо этих угольных таблеток. Ну, аптека закрыта временно. Так что вот. Я в этом ларьке уже покупала. И в прошлом году покупала. Так что вот. И ручки, и тетрадочки. Так что вот такие вот дела. В общем, иду гуляю. Гулять полезно. Конечно, нужно было перчаточки надеть. Надеть перчаточки. Я так и, конечно, вышла. Немножко по-летнему. По-летнему вышла. Так что вот. Так что вот. 20 июня 1972 года рождения Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Так что вот. Вот женщина с собачкой гуляет, маленькой. Вот это Ламода. Машинка Ламода стоит. Кому-то привезли, наверное, это заказы. Ну, к 8 марта. К 8 марта подарки. Понимаете, да? Люди, наверное, заказывают подарки. Вон, да, дедушка гуляет с палочкой. Так что вот, кто-то гуляет. А, в общем, поехала машина, смотрите. Поехала машина. Смотрите, поехала машина. Инфохран. Поехала машина, инфохран. Так что вот. Ну, сейчас во всех ларьках, конечно, продают цветы. Цветы к празднику. Цветы к празднику продают. Так что вот. Цветы к празднику. Ну, такие вот дела. Смотрите, цветы, овощи, фрукты, цветы. Ой, скажите, пожалуйста, почему у вас такие красивые цветы, вот такие?
200 рублей, да? А это натуральное или искусственное? Они не искусственные, они натуральные, больше. Натуральные, да? Ну хорошо, хорошо, я буду иметь в виду. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень красивые. Да, да. Очень красивые цветы. Так что вот. Просто иду в другую аптеку. Там вот другая аптека еще есть. Прошу там выбрать таблетку. Страховое общество, Реса гарантия. Так что вот, аптека Фиалка. Так что вот, сейчас в аптеке Фиалки спрошу. Так что вот, вот машина 270, Ford. Здесь, по-моему, такая очередь. Аж здесь очередь в аптеку, даже не знаю, очередь в аптеку. Очередь в аптеку. Ой, здравствуйте, скажите, пожалуйста, угольные таблетки у вас есть? А почем? Минимальное количество, и почем у вас угольные таблетки? Покажите мне, пожалуйста. Восемь рублей, да? Ну, хорошо, сейчас я. Давайте, значит, так. Восемь. Пожалуйста, 10 рублей. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего 8 рублей. Так что вот. Смотрите, заняли очередь, там номерочек. Так что вот. Такие вот дела. Вот дедушка гуляет, с тех пор он гуляет. Там шарики, детский садик.
вот здесь такой этот домик. Аж ковры лежат. Аж ковры лежат. Так что вот. Ну, здесь там, знаете, пятерочка. Да, в пятерочку. Дальше в пятерочку туда я ходила. Ну, хожу в пятерочку. Ну, не так часто. Здесь в конце этого дома пятерочка. Так что вот. В общем, иду. Заснимаю себя моим компьютером. Так что вот. На самокатиках очень полезно кататься, спортом заниматься, на самокатиках, ну и вообще пешком ходить, на велосипедах ездить, заниматься спортом. Так что вот, положительные эмоции к празднику, цветы. Так что вот. Мужчина понес продукты, наверное, там вот, смотрите, продукты понес. Здесь кто-то переезжает. Так что вот. Вот здесь огородики, грядочки, огородики, березки. Так что вот, ох, сейчас я вам покажу эти парадные, как в Париже. Мужчина такой, прям как из Парижей. Прям как из Парижей. Такой мужчина, он похож как из Парижей. И вот. И у них такая же штука, почти как в Парижах. Так что вот, смотрите, у них такая дверь уже стеклянная, почти как в Парижах. Мужчина, вы не из Парижа? Он не хочет с нами разговаривать. Мужчина не хочет разговаривать. Здесь танцы, рисование, лепка, музыка. Наверное, здесь детский садик какой-то. Так что вот. Они уже подумали, что здесь это вот какая-то азбука. В общем, на самом деле. Смотрите. Смотрите, сколько здесь люков. Обратите внимание, какое количество люков. В общем, здесь такие двери, а там как в Париже. И мужчина такой, практически как из Парижей. Так что вот. Ну, здесь красивые такие, такая зелень красивая. Так что вот, птичек кормят. Вот такие вот дела. Вот здесь тоже это парадная. Такая тоже уже, правда, крошится эта штука, но тоже они решили расширять проемы, так что вот, смотрите, стеклянная дверь, так что вот, так что вот такие вот дела. Вот. Сейчас открываю моим ключом дверь. Здесь уже кто-то выпивал коньяк. В общем, стоят, распивали спиртные напитки. Так что вот. Лифт уже открылся. Лифт я вызвала, лифт открылся. Такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуди. В общем, сходила в аптеку за этими таблетками, в одну аптеку, в другую, в третий этаж. Так что вот, ну, такие вот дела.
Ну себя так это показать красивенько, да? Угольные таблетки купила. Всего там 8 рублей. Всего 8 рублей. Так что вот. Всего 8 рублей. Сейчас вам покажу угольные таблеточки. Вот они, чек. И чек, и таблеточки. Так что вот. Специально для моего черного. Еще гулять очень полезно. Такая прохладная, конечно, погодка. Потеплее чуть-чуть надо было одеться. Так что вот. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейф и Лента, я. Сейчас буду открывать мою квартиру моим ключом. Так что вот. Сейчас тетрадочку положу. Это не очень удобно. И с тетрадочкой. Тетрадочку сюда положу. Включу электричество. Ох, красота. Ох, охраняется государство. Ну, так позитивненько. Позитивненько. С песнями, с плясками. В общем, домой. Закрываю на 2 щелчка. Одну дверь. И... Две другие я тоже двери закрываю на один замочек, на другой замочек. Так что вот. Ой, такая прохладненькая, конечно, погодка, прохладненькая. Ну, хорошо, подбодрит. Так что вот. Ну, должна быть шарф, это не шарф, это, знаете, это туника. В общем, женщина так говорит, у вас будет шарф. Не шарф, это туника. В принципе, туника, такая эксклюзивная одежда, такая этих... Это эксклюзивные одежды мои, Брэда, как говорится, Порте, Проспер.ру. Так что вот, ну, такие вот дела. В общем, в одну аптеку сходила, та закрыта, в другую. В общем, 8 рублей, эти таблеточки угольные, номерок 490, смотри, 490 в очереди. Так что вот. Такие вот дела. Сейчас ручки помою.
красотень. Просто красотень. Сейчас включу компьютер. Этот поставлю заряжаться. На зарядочку. Красота, это моя журнал. Сейчас себя там засниму. А, мои спальни, моя кровать эксклюзивная. Так что вот, покажу вам паспорт. Покажу вам паспорт. Так что вот такие вот дела. Там компьютер у меня еще загружается, заряжается. Куда я положу мой паспорт? Паспорт здесь у меня. Паспорт здесь. Ох, так что вот. В общем, такая сходила. Сходила в одну аптеку. В общем, Татьяна Салмановна, Мактум, Сейфуддин, это я. Это мой российский действующий паспорт. Номер 4018, студия 216. Ведом ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской области. 07.08.2018 года, код подразделения 780-041, зарегистрирована в этой самой квартире, комендантский 32192. С 1990 года по настоящее время квартиру мою продаю. Так что вот, за 5 800 000 рублей, без мебели, без агентов, сама продаю. Здесь живу вот в этой комнате, так скажем. Ну, вообще мы сюда въехали в 1990 году, 30 лет уже живу, 24 года постоянно. Так что вот, 4 года жила в Америке, на 56 Skidmore Road, Bloomfield, Connecticut, USA. Была замужем за доктором Перри Максвеллом Дански. Так что вот, 4 года жила, с 2004 по 2008 год. 2 года в Петергофе. Так что вот такие вот дела. В общем, сходила в аптеку. Смотрите, здесь так аптека временно закрылась. Так что вот, временно закрыто, а там кто-то что-то такое ремонтирует наверху. Так что вот, сегодня у нас 7 марта 2020 года, так что вот такие вот дела. Ну и там, смотрите, там аптека, я в этой аптеке уже, знаете, заходила, смотрела просто как там по-иностранному, уже по-иностранному, вот эти номерочек, как в этих сберкассе, в этом Сбербанке. Смотрите, берешь, нажимаешь, номерочек,
в очереди, скамеечки, подходишь по номерку уже к такой-то, говорят, подойдите к такому-то, к такой-то кассе. Так что вот. И, в принципе, видите, это пластиночка угольных таблеток, 8-8, как говорится, это как там это. Так что вот. 8 рублей. Сдачи получила я с 10 рублей. До сдачи 2 рубля. Чек я вам покажу. Так что вот. Может быть, надо было, конечно, несколько купить. А так, в общем, там стал уже выходить такой высокий мужчина, вошел в аптеку. Ну так, конечно, смотрите, уже к празднику, к 8 марта, цветы. Какие интересные цветы, правда, там ларёчек всегда, его мужчина поинтересовался восточного, там всегда у них какие-то там эти овощи, фрукты, вот, а тут цветы к празднику, такие очень необычные, таких цветов я не видела в принципе никогда, ну, может быть, как-то, в общем, какие-то необычные, он сказал, что натуральные, так что вот я потрогала, правда, они такие натуральные, очень красивые, в принципе, необычные красивые цветы, так что вот. Так немножко прохладненько, конечно, оделась. Знаете, вот это, знаете, такие вот эти леггинсы серебряные. В общем, знаете, такая туника. На тунику, в общем, там курточка. В общем, такое все. Так это. На босу ногу надела эти мои золотые, так эти зимние кроссовки. Либо, конечно, и носки. В общем, как-то потеплее, потому что погода такая прохладненькая немножко. Ну, если быстро, если быстрым шагом, конечно. Конечно, чтобы быстрым шагом, но, понимаете, я еще большой компьютер, у меня сейчас, не забывайте, я же снимаю ноутбуком, у меня, знаете, вот это так, ноутбуком я, так что вот. В общем, честно говоря, раньше фотоаппаратом, конечно, маленьким фотоаппаратом было удобнее снимать. Два мне маленьких, небольших фотоаппарата были, я их покупала в интернет-магазине. Так что вот, через интернет, с доставкой. И снимала видео, огромное количество видео, вообще все видео, которые я сняла в моем мейлинге в Петергофе, я сняла моими фотоаппаратами, так что вот, иногда даже двумя фотоаппаратами, вот такие вот дела. Ну и правда, смотрите, там вот расширяются эти, вот это там стеклянный, правда, вот мужчина, обратите, он там вынес какую-то в помоечку, как что-то там такое вынес в помоечку, вот, или... Там и такая парадная, честно говоря, с этим со стеклянным, там какие-то такой домофон стоит, такая расширенная эта лестница, и такой мужчина, такой, честно говоря, такой вышел, такой как из Парижа. Ну, я немножко так, конечно, так утрированно пошутила, он ничего не ответил, ну, так что вот. Ну, и вообще, смотрите, там какой-то детский садик даже вот в этой парадной, там какие-то вот на первом этаже что-то такое детское, ну, так что вот, в окнах. Очень так как-то это радует, в принципе, радует, что, знаете, некоторые парадные, как в Парижах, в принципе, это стеклянные, такие, а здесь сидят, я же вам показала, то есть я открыла, вот, ну и смотрите, бутылочка коньяка пустая, кто-то коньячок выпил, зашел в парадную, коньячок выпил, поставил бутылочку, могли, конечно, это в помойку выкинуть, здесь же помойных баков полно, так что вот. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Тетрадочку, еще тетрадочку купила за 15 рублей. Так что вот, тетрадочку. Люди ходят, гуляют, променадик. Знаете, вот я всем говорю, вот это такой променадик, асфальтированный, так это вот этот и есть вот променадик, по которому дедушка вот этот гулял. Вот, как бы, я еще в аптеку шла, он там это шел, ну, и потом он, так скажем, вот туда, такой дедушка с палочкой. Так что это вот этот вот
такой променадик, достаточно такой широкий, заасфальтированный, ну, такая пешеходная, так понимаю, такая пешеходная большая зона. А так я из Америки, когда приехала, я же вам рассказывала, здесь, в принципе, конечно, нужно, ну, одеваться нужно, конечно, я, знаете, как-то хочется там бреда-порте, коллекция, знаете, вот это вот, на танкетке, конечно, знаете, еще ноутбук в руках, и, в общем, как-то, в принципе, знаете, по-спортивному, кроссовочки, так, это тепленькая курточка, шапочка, так это, ну, тепленько, и, конечно, знаете, вот так вот я тут часа полтора каждый день гуляла пешочком, туда, правда, вот, как говорится, там где собор строят, я вам еще рассказывала, там уточки, там вот это вот такое озерцо, ну, где-то там озерцо такое продолговатое, так что вот, с 2009, с 2010, 10, 11, 12, 13, 14 годы, так что вот каждый день гуляла, практически. Ну, раз в 5 недель точно, 5-6 раз в неделю. Светлое время суток, ну, полтора часа, так это, ну, знаете, так это очень полезно. Так что вот, быстрым шагом. Ну, конечно, так иногда, конечно, так я так это оденусь, как-то вот это вот. Если, знаете, как-то, в принципе, если оденешься, как там эти, как-то в Париже, в общем, как-то там танкетка, ну, вот, ну, понимаете, это уже такая, уже, знаете, такая эксклюзивная, не то, что там... На такую там не на полтора часа прогулки, а как-то вот так вот. Вот. А, конечно, здесь удобная обувь, нужна соответствующая одежда, удобная обувь. И, конечно, вот это вот. Ну, вы понимаете, да? В принципе, никто же не ходит в спортивный зал. В общем, там, как в театр. Ну, обычно, как бы, люди же не ходят в вечернем платье, в общем, там, в туфлях, в спортивный зал. Они, конечно, оденут спортивный костюмчик, кроссовки и пойдут в спортивный зал. Так что вот. Ну, а в магазинчик, конечно, здесь недалеко, в магазинчик, конечно, так вот вышло. Вот такие вот дела. Просто еще сценарист, еще сценарий, в общем, я же вам уже объясняла. Там, и там такой уголок, там, где Геннадий Александрович, там, знаете, такой угол, как я это называла, угол Коновалова, знаете, такое. Я не раз уже, Василий Ульянович тоже говорила. Там вот тоже с лестницы спускаешься, которая, знаете, у меня Зенинг, там, нижняя, это, почти там, где вот эта дверь, которую Геннадий Александрович-то ставил. Там, перед тем открыли эту дверь, вот эта вот штучка, постояли, короче, посмотрели в зеркало, плюс 25 лет. Плюс 25. Так, шагнули туда, плюс 25. Так что вот.
все, вот это как бы не вирус, это фантастика. Ну, это фантастика. Все это с мопсами, Пелевин с книжкой за 1000 рублей. Так что вот. Ну, и Татьяна Салмановна тоже, в общем, кошки говорящие, дом волшебный. Нужно понимать. Это примерно как фантастический фильм «Мой парень-ангел». Там они вот это, между собой потасовка. А потом посмотрите этот, который-то ангел. Он посмотрел, и тот бандюга сразу, моментальная пигментация. Сразу, короче, негром стал. Просто моментально. Это примерно то же самое. И все. Был такой вообще вот это, а потом все вот это, заплакал и все, в общем, помогите. Ну, псвин, я же вам загружала. И все, моментально, он на себя посмотрел, тебе просто ужаснулись и убежали, просто убежали. Так что вот. Я же вам показываю, даже наглядно. Посмотрите мои видео вчерашние, я такая вот это, особенно в часов в 6 такая вся вот эта вот. Так что вот. Ну, посмотрите мое видео вот это вчера, которое я такая вот это вся такая просто эксклюзив. Я же вам загрузила. Вот в той комнате у меня без этого, без балкона. Ну и сегодня на улице вот это. Так что вот. И такая тишина. Просто я по поводу, не знаю, я просто, типа, вот какая-то такая фантастика, но на мой вопрос, может ли быть султан Бруне таким, как Салман Ал-Сауд, имеется в виду его сын, который в Париже, Париж, я вам показываю. Ответ был положительный. Ну, это тогда еще по 16-му году. Чисто практически, я даже не знаю. Но на соседи. Уже здесь было проверено на соседи. Плюс сантиметров 20 в росте, это точно. Вот на соседи было уже проверено, на Антоне. И я лично вам могу сказать. Я его видела, вот этого соседа, Антона, на 20 сантиметров выше, чем он обычно. Это точно. Несколько раз видела. Потому что я высокого роста. Когда он тогда вот дверь мне открыл, когда заблокирована эта дверь была, он вышел почти с меня ростом. А так он на голову ниже. Так это я просто вот так вот это, и в общем как-то вот это. С чем это может быть связано? Вот, соседа видела, точно, правда. Так что вот. Здесь речь, скорее всего, идет о нескольких, понимаете, тут несколько всего, вот это вот, я так понимаю, все остальные, которые там вот, это все в минусе, я их вообще даже не знаю. Если там что-то, они, наверное, что-то знают или еще что-то, у них надо спросить. Просто кого я не знаю, это вот это вот просто, это, ну, как бы, это в минус, или они там что-то, то есть, это у них нужно
У них нужно вот это вот поинтересоваться. Так что вот, что они могут, что они знают и так далее. А что они могут? Они могут, знаете, там балкон, это что-то вот это вот, типа вот эта штучка, это шкафчик был, что-то подкинуть, вот это. Потом Татьяна Салмановна прошлась, и, короче, этот, ой, не к позитиву, этот хуяк-бардак. Я же вам показываю, правильно? И они такие недовольные бегут. Ну и что-то внешне вам показала. Это что было? Это было за большие деньги, вы понимаете, да? Вы думаете, что это просто так, что ли? Вот это? Они вот это, потом они бегут, они недовольны, но вы их видели. Ну да? Ну, это фильм. Этот, как там, «Приключения Шурика», или вот это как там, вот «Мой парень-ангел», «Чародеи». Татьяна Салмановна хочет Голливуда. Ну да, Голливуда, 48 лет. Мне 48 лет в этом году будет, в июне. 9000 электричества. Рублей платить мне надо. Дело в том, что система какая? Они там вот это подкинули туда, потом они вот это недовольные бегут, ну вы там это, конечно, посмотрели, их сразу можно обезвредить. Давление 300 и все, короче. Хуяк бардак, короче, и нахуй туда, вот это, в Ковалёво, все. Можно вывозить. Я даже когда мимо этого прохожу, там вот я вот так вот нахожу, что там уже все, уже никого нет. Зачем еще банкет? Я прошла все, короче. Я же вам показывала. Это не вирус, это вы сами виноваты. Они при ближайшем приближении там 10 метров, все, вот как тот дедушка с палочкой, моментально. И все, короче. Без всякого оружия. Видели дедушку? Как только приближается, все, как дедушка. Короче, туда нахуй. Ну и все. Сценарист. Знаете, пишу еще такой сценарий, там я смотрела американский фильм. Там такой сетик с какой-то планеты, такой в Америку, такой с автоматами. И прям вот Белый дом к этому президенту. И с такими способностями. Я, короче, прилетел, короче, теперь вот это все вот это вот. И такой с этими автоматами. Прям к нему в этот Белый дом. Такой фильм американцы сняли. Но это кто-то снял этот фильм. А с этим, который с автоматом, с ним ничего не сделать. Такой фантастический фильм. Вот это вот, ну да, он такой вообще, вот этот такой, вот этот вот, там, наверное, столько бабла отварили тому, кто это написал. А здесь, блядь, сидишь, даже к празднику нихуя не можешь купить. Я вот шла, клубники купила, себе мимозы купила, продуктов вкусных купила. Сценарий, может быть, я напишу какие-то такие сценарии, какой-то фильм такой забабахать, вот, этот кассовый, вот этот вот, и бабло, я сейчас там, так, сразу припарковали Хаммер, вот это там, на каточек. Стала бы я сейчас яичницу с хлебом жарить. Я бы, конечно, как Наталья Правдина говорит, нужно о себе заботиться, здоровье, все, фрукты, овощи. Я бы сейчас салатик, клубничку, понимаете, там, салатик такой, из органик вот этих вот этой зелени, суши бы, рыбку, лобстера, на десерт тирамису, с
стала бы я яичницу жарить, если бы я уже себя продвинула или как певица, или как сценарист, или сценарий написала, или как голливудская актриса? Конечно, б я не стала сидеть бы здесь одна. А что вы делаете в выходной перед праздником? А я пишу сценарий. А сколько вы заработали? А что вы делали прошлые выходные? Вы писали сценарий, а что вы делали месяц назад? В субботу и воскресенье вы тоже писали сценарий. Да, а в предыдущие выходные, а в те выходные, которые были до, вы все писали сценарий. А сколько вы заработали? Вы нихуя не заработали. Но это обосраться сразу. Так что вот. Да. Так что вот, ну в процессе. Наверное, это так звучит, как бы вот это. Я не то, чтобы это нихуя не заработала. Я в процессе пиарения себя и в процессе завоевывания Голливудов. Ну да? Я так это расцениваю. Потому что интернет дает возможности. Да. Так что вот. А так, в принципе, все великолепно, правда? Хочу хлеб, у меня хороший, яйца хорошие, хочу яичницу поем. Я просто, в принципе, говорю. Так вот, двинуть себя, продвинуться, и по этой популярности, известности, цветы, и внимание, и признание, и деньги. Ну, в общем, стоит, чтобы кирпичи у меня. А сценаристы, и блогер, арт-фотограф, арт-дизайнер, модельер. В общем, хочу быть актрисой, певицей, так что вот. Жду мои деньги, ну, уже 3 года. Ну, Дима говорит, что уже как-то это даже неприлично, уже 3 года ждать этот грант от Бакшира Хатовой Фаундейшн, вы все ждете. Да, Татьяна Салмановна все ждет. Собираются еще в Америку их там ехать, находить. Так что вот, Татьяна Салмановна такая. Так что вот. Надо было сразу еще подключить, загрузить. 18:37. 7 марта 2020 года. Там были мои таблеточки. Эти таблеточки вам сейчас, как говорится, как это называется там. Негатив снять этих таблеточек. Негатив. Потому что нахуй вы вот этот вот асфальтик положили, захотели молодостью блистать, блядь, а я чтобы как-то дедок ходил вот это ёптовый, правильно?
Так что вот, поэтому не надо здесь, отошли, короче, подальше. Негатив нужно снять этих таблеточек. Что-то как-то не очень эта штука пишет. Не поняла. Ну, из этих всех чеков тоже негатив. Это я еще, знаете, так еще помолчала, еще вот это вот. Еще там все это удивляются, все кого-то ищет, все удивляются. Что неужели это собственник? Ну, то, что я вот вам показала на улице. Они, наверное, показывают вчерашнее видео, не там, говорят. Вот это вот. Собственник, а вот это кто? Вот, она засняла вчера вот это. А вот это кто? Это что, сумасшедшая, что ли? Может, ее в психушку отвезти? Поэтому, чтобы сдать анализы, туда еще нужно дойти или доехать. Вы поняли, да? Чтобы сдать анализы, туда еще нужно дойти или доехать. А это заставляет большой проблемой. Нужно понимать. Потому что в этих Освенциме никто анализов не сдавал. Какие там анализы в Освенциме? Я вам загружала. Там никто никаких анализов не сдавал. Какие там анализы? Я вам уже говорил, евреи, наказанные Холокостом. А здесь даже то, что вы там наделали, даже не евреи, наказанные Холокостом. Намного хуже. Вот такие вот дела. Так что вот. Туда. Доступ псалом я уже объясняла, Джозеф Мерфи. Так что вот, а к сценаристам, какие к сценаристам, к этим, которые пишут сценарии или вот это вот пьесы театральные, какие к ним претензии, я вообще не поняла. Ну претензии типа, блядь, отобрать авторские права, но это я понимаю, это нужно захоронять, это я поняла, это нужно захоронять, конечно. А к сценаристу какие претензии к сценаристу? Какие могут быть претензии к сценаристу? Так что вот. Ох, красота!
кошечки у меня так-то вот гуляют, так кошечки лапка так и не прошла у кошечки. Так что вот, думала, у кошечки лапка пройдет. А кошечка так, кошечка с лапкой так и бегает. Такой лапкой. Так они как-то так вместе, эти кошечки так и бегают. Сейчас я навешу эту штучку. Как-то печально. Печально у кошечки лапка болит. Что? Занавес. Я занавесила этот занавес. Сейчас я помою. Помою в моей ванной комнате сковородочку. Пожарю себе яишенку. Так что вот. Да? Татьяна Салмановна хочет удивить голливудских режиссеров. Татьяна Салмановна может им это сыграть. Сначала вот эту вот эту девочку 20, это 18. Потом плюс вот это без грима. А что тратить еще эти финансы на грим? Прям без грима. Она может прям без грима сыграть. Я так решила удивить. Ну что-то в этом роде.
вставай. Чему мою посуду? Звезда. Александра Татьяна Юрьевна, мое новое имя, что фамилия Татьяна Салмановна, Москва Цифудин. Такая суперэротическая звезда. Просто красотка. Богиня секса.
Вилочки, помыла вилочки. Ах, ты такая красотка. Такая эротическая. Ах, учусь в школе очарования. Ах, такая космическая фея. Просто звезда. Оргазмическая звезда. Ох, красотка. Ох, богиня. Сейчас буду жарить яишенку. Так что вот. Так себе эротически. Как-то так это преподнести эротически нужно. Ах, такой эротик. Ах, так как-то эротически. Ах, такая, за этими таблетками. За эти тетрадочки. Сегодня заходила, так это эротически. Правда, мужчина никак не отреагировал. Я вылез в Париже. В общем, как-то он никак не отреагировал. В общем, да, так что вот. В общем, эти таблеточки, как это называется, эти алкоголи. В общем, приобрела алкогольные таблетки, срадочку за мои наличные деньги. Так что вот. Срадочку я купила без сдачи. Вот. А, во сколько? Во сколько купила? 8 рублей. 7/3/20. 17.56. 17.56 я приобрела в были таблеточки. Ох, я такая вся космическая звезда. Такая супер космическая. Сейчас буду жарить яишенку. Так что вот. Сейчас я буду яишенку жарить. Ох, это яичница. Ох, свежая водичка. Яичница. Хлеб. Хлеб я покупала вчера. Вчера я просто в разных образах ходила. Вчера я ходила, королева этой красоты. Сегодня даже не знаю. В общем, как-то вот так. Что вам сказать? В общем, хлеб. Пожарю сейчас хлеб. Он такой немножко такой рыхленький. Так что вот. Яишенку. Так, а я на всех моих видео, и там, смотрите, около 4000 видео на двух моих каналах YouTube, на каждом видео я. Так что вот. Ой, там что такое, как-то заходит такой этот звук. А, там полис подъехала, Там разворачивается полис. Смотрите, там полис. Полис разворачивается. Смотрите, полис сейчас развернулась по Шанс-Элизе. И поехала туда, к этому, под Долгозерный. Та же машина, что мы с вами видели, что я уже показывала. Полис поехала. Так что вот. В общем,
приема загружается. В общем, жарится, жарится яишенка. Жарю яишенку. Так что вот. Mm-hmm.
общем, яичницу я уже пожарила в аду, эротически. Ну, такие вот дела. Татьяна Соломановна Мактум Сайфуддин. Такая красотка, богиня, звезда, просто фея. Феерическая. В общем, яишенка из двух куриных яиц, хлеба. Кетчуп, майонез. Вот такие вот дела. Что вот? В общем, у нас сейчас 19 часов 9 минут, 7 марта 2020 года.
Хотя, короче, посмотришь, конечно, в этой кафешке, люди там с утра, днем наслаждаются этим кофе, с пирожными всякими, и выпечкой, эклерами по 80 рублей за штуку. Так, в общем, сейчас загружаю мое видео. Сейчас оно уже почти загрузится. Я эти видео буду еще загружать на мой другой канал YouTube. У меня два канала YouTube. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин на русском, на английском языке. Так что вот. Номер дома. Сейчас давайте посмотрим. Где тут эта штучка была? Номер дома. Это аптека. Видит номер дома? Нет, вроде аптека 8 рублей. Кассовый чек. Активированный уголь. Нет, номер дома нету. Ну, это следующий номер. Там надо было посмотреть, интересно, какой это номер дома. Это кирпичный дом.
видео уже загрузилось. Сейчас нажимаю, загружаю. Опубликовать. Так что вот видео там загружается, видео загружается. В общем, на зарядочку, здесь ставлю на зарядочку. Сейчас я загружу это видео на другой мой канал YouTube. Сейчас переключу каналы. Переключу каналы и загружу мое видео на другой канал YouTube. Так что вот. Просто фея, просто богиня. Это видео еще обрабатывается. Сейчас
YouTube-каналы. Наше дело, какой у вас бизнес? Как выбираете сотрудников?
что вот, это мой Life Journal, Александра Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. 22 июня 1972 года рождения, родилась в городе Ленинграде. Ну, про детский садик Песенка вы помните, да? 234-я, 256-я школа, потом 90-я. Я училась, работала машинисткой в журнале «Правоведение». Вот, была замужем за Перри Максвеллом Дански с 2003 по 2008 год. Написала книжку «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Так что вот, получила сертификат на грант на 10 миллионов долларов. Наличными деньгами. Так что вот, уже договорилась в этот, как говорится, как называется, в общем, дипломатик деливери, там вот деньги немножко завелись. В общем, так и жду. Жду мои 10 миллионов долларов, 80% собираюсь потратить на мою счастливую жизнь. Вот такие вот дела.